Мама, как это прекрасно звучит. Анна Бондарева. Мама, как много нам говорит. Это милое, близкое каждому слово. Мама, это слово, конечно, не ново, но для каждого в мире священно оно, хоть и создано было то слово давно. И пусть ты не знаешь других языков, и пусть ты в стране чужой, полный врагов, скажи это слово, поймут все тебя. У каждого есть мама своя. И знай, это слово известно везде. Оно ведь едино в любом языке. Для каждого мама родной человек. Ты маму свою не забудешь вовек. Хоть каждый из нас бывает упрямым, на помощь придет тебе мама. Она все забудет, дела и года. Она все простит и поможет всегда. Но маму свою ты не обижай, ведь трудно бывает понять тебя. Знай, ты помни всегда и уважай, и маме своей ты всегда помогай.